Нет, очки положите. Ну, как вам на Кипре, не жарко? Нет, нам хорошо, солнышко светит. Я говорю, дешево и сердито. Ну, отдохнули. И скоро кожа не сгорела, да? Кожа не сгорела. Можно каждый день под пальмами, только пальмы надо съездить нарубить. Что тебе больше понравилось, киндер-сюрприз, чупа-чупс или пальма? Пальма! Ну, выгодно. Наташа знает, что ей привозить. Главное, выгодно. Очень красиво, да. Спрашивают, почему нет до Ярославля? Йон у мя не виселись, йон помиє чаші ніси, йон у мя не палави, йон у мя не дар. Плюс тебе еще масло. Далеко не уходите. Потом выступите на сцене. Мания. Обнялись. Девчонки, не проходите мимо. Ой, что ты зазываешь? Просто нет. Это откуда? Что? Откуда? Thank you.
Кочку этот вид. Ну ладно. Карман. А я сняла, у меня просто нет булавочки, я будь сюда, и мне бы было сильно красиво. И сделай вывод, почувствуй. А ты чего ушла? Ну что там? Снимает. Ну что там? Вот. Юляшку купили штаны. Оля, правда, размер сказала. Мы так и не поняли. Это Юляшку или... Это он что, снимает или? Теплые штаны вот попросила Оля, вот купили детенку, спортивные такие. Детенку. Только вот мы что-то не поняли, она попросила 152-38, но по жопе я сказала, что может Юля сюда как раз и влезет, а вот по длине. Ну тетя Наташа влезет. А Юля почти с тебя, ну ничего, подкатает. Так надо. Это 152. Да. Ну так мы решили, если надо обрежет, просто не стоит 7 тысяч всего лишь. Ну правильно. Ну да. Вот ну, это все для тебя, Ира, теперь при сумке. Ольгины эти все подруги теперь ходят в мягких сумках, потому что эти твердые режут, говорит. Очень да, по-моему, разрезать что твердое, что мягкое. Что мягкую им все равно. Мне кажется, мягкую еще и легче. Она по пару уже сейчас научит. А если присмотреть цвета, можно? Это столько бумаги в одной сумке. Ира, прорекламируй, как у нас, хорошо ли там дома? Отпишу бабу Риту, чтобы взять. Да. Хорошо у вас дома. Очень про резиненные, ну видишь, так. Это вот Ирка все, я ее уговорила, говорю, что очень классно. Супер, они не тянут. Что, мне понравилось, Масенька, что ли? И сколько они вот этот? Это вот мама. Этот. Да, хорошо.
Это у нас... Мы сила.